Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6520S». К корпусу аппарата дисплей крепится с помощью двустороннего скотча. Подцепляем его с помощью тонкого и плоского инструмента и, пройдя по периметру, отделяем дисплей от корпуса. Замена дисплея чаще всего требуется при механическом его повреждении или повреждении шлейфа дисплея, который находится в перегнутом состоянии внутри корпуса аппарата. Установка дисплея на место не содержит особых тонкостей. Необходимо лишь убедиться, что он плотно прилегает по всему периметру, чтобы пыль или влага не имели доступа внутрь аппарата. Не забудьте, что дисплеи телефонов и ноутбуков рекомендуется протирать специальными салфетками или безворсовой тканью.